Вы смотрите программу «Настоящее время Азия». Устои по уставу. В Казахстане вводят единые правила проведения религиозных обрядов. Нельзя одномоментно взять, запретить и сказать, вы должны соблюдать только эти правила. Исторически у юга, севера, востока и запада сложились свои различия в религиозных обрядах. Духовное управление мусульман Казахстана вводит единые правила проведения религиозных обрядов. Уже разработан сборник фетв по проведению служб по усопшему, готовятся правила по обрядам бракосочетания, наречения именем и обрезанием. Священнослужители поддерживает Министерство по делам религии. Чиновники считают, что введение новых норм поможет разрешить споры между представителями духовенства и гражданами. Тему продолжит Айнур Коскина. Я родилась и выросла в Кызыларде. Наши шелпеки отличаются от тех, что принято делать на севере. Поэтому соседи их называют баурсак. Каждую пятницу Нургуль Кудабаева печет 7 поминальных лепешек, шелпеков и раздает соседям. Так усопших поминали ее бабушка и мама. Этот религиозный обряд у всех казахов одинаков. Но вот число шелпеков, как и рецепт их приготовления, в разных регионах разный. К примеру, на востоке и севере пекут по 9. Когда я приехала учиться в Астану, купила обновку. Соседки по комнате с северных и восточных регионов сказали мне «Хайрло болсын». Я испугалась, думала, кто-то умер, потому что с детства привыкла, так говорят, когда узнают, что человек скончался. Кызылординская область, где выросла Нургуль, юг Казахстана. Там принято устраивать поминальные обеды по усопшему через 7, 40, 100 дней и год. В остальных регионах поминки на сотый день не проводятся. И теперь этот обряд могут запретить. Нельзя одномоментно взять, запретить и сказать, вы должны соблюдать только эти правила. Исторически у юга, севера, востока и запада сложились свои различия в религиозных обрядах. Это невозможно изменить в один день и даже в один год. Это можно сделать только постепенно. О разработке единых правил проведения религиозных обрядов первыми заговорили в Министерстве по делам религии. Обряды, которые носят немножко религиозный такой оттенок, они проводятся по-разному. И из-за этого возникают иногда споры между представителями духовенства, между гражданами и духовенством. Для выработки правил Духовным управлением мусульман Казахстана было издано 80 фетв. На их основе разработан сборник правил по проведению служб по усопшим. Идет подготовка книг по другим религиозным обрядам. Они много не различаются. Там детали. Просто там детали. Кто-то хочет за дастарханом перед едой читать или после еды. И Министерство по делам религии, и священнослужители не скрывают. Единые правила понадобились из растущего числа последователей деструктивных течений ислама. Граждане, считающие себя имамами, на квартирах проводят обряды бракосочетания, зачастую с несовершеннолетними девушками. Запрещают своим родственникам поминать усопших, хоронят близких в день смерти. Все это противоречит нормам ханафитского мазхаба, который исповедуют казахи на протяжении нескольких веков. Такие церемонии, это означает богослужение. Богослужение проводится в культовых зданиях. Богослужение проводит, который имеющий представителем является каких-то определенных религиозных объединений, которые имеющие религиозное образование. Духовное управление мусульман Казахстана пока не ведет контроль за соблюдением новых правил. Но уже в столовых некоторых мечетей введен строгий список продуктов для поминальных обедов. Под запрет попали конфеты, орехи и национальный напиток из кобыльего молока хамыс. При этом прихожане с пониманием относятся к нововведениям. Я думаю, что правильно это будет, если единое будет. То есть не будут делиться на Абу Ханафи, не будут на салафисам делиться. Все будут под одними правилами. Я верю в традиционный для нас казахов ислам. Сейчас каждый все меняет под себя, а я считаю это неправильным. Айнур Коскин, Ганизат Успанов. Настоящее время. Азия. Казахстан. Астана. В Таджикистане растет количество возрастных браков. Официальной статистики о регистрации таких союзов в стране не ведется. Но сотрудники только одного столичного ЗАГСа сообщают, что в месяц они регистрируют более 10 немолодых пар. Также появилась тенденция, когда мужчины после развода или смерти первой супруги желают создать новую семью с более молодой женщиной.
рассказывает Анушер Вонарипов. 39-летняя Шарафат Халимова 2 года назад познакомилась с 66-летним мужчиной. Позже пара поженилась, согласно мусульманскому обряду никах. Перед этим муж пообещал женщине зарегистрировать брак в ЗАГСе, однако не сдержал слова. Впоследствии старший сын мужа потребовал, чтобы отец выгнал свою новую жену. Когда его старший сын вышел из больницы, он сказал отцу: «Выгони свою жену, я не хочу ее видеть». Регистрация брака в ЗАГСе – не единственное обещание, которое не сдержал мужчина. Они подумали, что я рожу ему сына, и ему достанется дом. Я мужу сказала, что мне не нужен дом. Ты привез меня с матерью, показал свою землю. Обещал, что построит дом, если его сыновья не признают мачеху. Но после конфликта он отказался выполнять обещание. Таких историй в Таджикистане тысячи. Многие одинокие женщины, желая устроить свою жизнь, соглашаются выйти замуж за мужчин намного старше себя. Но в случае его смерти родственники покойного со скандалом выставляют женщин за дверь. В последние несколько лет растет и количество браков, где оба супруга не молоды. К тому же регистрируют официальные браки те, у кого был лишь обряд никах. Есть и совсем убеленные сединами молодожены, кому за 70. Это и мужчины, и женщины. Они регистрируют браки, чтобы в случае смерти супруга с детьми не лишились жилья и не остались на улице. Сотрудники ЗАГСа столичного района Фирдавси говорят, что за последнее время число официально зарегистрированных немолодых пар значительно увеличилось. Каждый месяц узами брака здесь сочетаются более 10 пар, в которых и женщинам, и мужчинам больше 50 лет. В сельской местности чаще всего ограничиваются браками по мусульманскому обряду. Основная причина – стесняются, что о бракосочетании узнают соседи. Приходят и говорят, что провели обряд. Говорят, что нам делать? Просить мужа идти, подавать заявление и расписываться в ЗАГСе – стесняются. Я всегда говорю, что стыдиться нечего. Регистрация в ЗАГСе – это залог вашей спокойной жизни. В Таджикистане не ведется статистики браков между немолодыми людьми. Однако известно, что брак между женщиной в возрасте и молодым мужчиной – событие исключительное. Но очень часто пожилые мужчины, в основном вдовцы, женятся на женщинах намного моложе. И это обычное дело, когда после смерти мужчины его супругу выставляют за дверь дети и члены семьи такого мужчины.